поставить разные белочки. Игра началась. Диагональный заброс от Сенцова. Игра как побежит. Мощнейший клуб. Команда никогда не побежит вперед, сломя голову. Сберкнута в этом нет совершенно никакой необходимости. А вот, пожалуй, первый намек на опасный момент в исполнении спартаковцев. И в ответной атаке Спартак пропускает на 4-й минуте. Это происходит точным ударом, отмечается Иван Сигнев. Далее свободно пробежаться по центру Сигнева. И с правого подъема 15-й номер Иван Сигнев пробивает мощно и плотно в левой от себя угол. Вратарю не просто реагировать на то, что удар, но любое переправление, то есть уже мяча. Второй мяч влетает в ворота Спартака. Происходит это на 8-й минуте. Вот повтор этого эпизода, и с левой ноги мяч влетает в девятку. Никаких вопросов, но очень все легко и просто сделали. Аносов чуть дальше Титков. Можно сказать, назад, конечно же. Касание Аносов. Здорово! И отличный удар! Первый удар в створ Спартак наносит на 13-й минуте. Ловко. Аносов шикарно сейчас сыграл. Что здесь? Фол. Желтую карточку получает Иван Сигнев. Смотрим повтор этого эпизода. Да, в мяч он не попал. Но это классика. Это классика. На 15-й минуте Лысков отправляет третий мяч в ворота Спартака. Это можно смотреть лично. Это очень красиво. Это... Простакаю. Это шедевр! Это просто шедевр! Какая красота! Браво, игра! Лысков оформляет дубль, но эту комбинацию нужно смотреть целиком. Чуть-чуть бы пораньше. Да, вот сейчас. Вот так хорошо. Забавный момент получился. Сделал передачу по Макатату. И ответ Спартака. Это будет автогол. Нет! Вот это да! Еврейский Парти, прерывая передачу, стелившись по паркету, мяч попал на ногу и угодил в крестовину. Сразу складывается. Перевод на левый фланг, расстрел, и счет становится 4-1. Великолепная комбинация дается Спартаку. Наше поздравление Алексею Белоусову. И он замыкает эту атаку Спартака. Вот, вот здесь замечательный перевод на левый. Наш повтор только для вас. А сейчас тайм-аут. Аносов хорош, как сделал, ушел от человека, ушел, но не совсем. Контратака Юбли, 2 в 1, будет ли обратный пас, нет, не будет ли. Будет гол на 24-й минуте, сейчас становится 5-1. Смотрим на скорость момента. Сделали все очень спокойно. Говорит этого матча и Максим Волынюк. И вот только теперь звучит сирена на... Все очень было в таком режиме легкого вальса в исполнении Юбли, вот примерно как сейчас они владеют мячом. Спартак вспыхивал. Недолго сейчас владеет, правда, мячом. А вот поддержка Спартака. Сектор отважных. Вот сейчас может быть опасно. Мяч под ногами у вратаря. И если бы чуть-чуть Лыскову сейчас улыбнулась удача, он стал бы автором хит-трика. Синкин заблокировал обе попытки от Сигнева. Ворота пусты, перекладина. Играет за Спартак. Хороший удар нанес Владислав Шахметов. Капитанское попадание в перекладину. Домашний дворец спорта. Люберцев. О-о-о, вот это да! Царь пушка от Шахметова. Благодарим команды за сегодняшний год, благодарим зрителей. Сегодня поддержка Спартака была очень-очень достойная, на уровне. Ну и, безусловно, поздравляем.